Дело в том, что все, что здесь происходит, об этом не было подано уведомление префектуру Центрального автономного округа города Москвы. Соответственно, с мэрией это не согласовано. Я должен предупредить официально и вас, и всех, кто позже появится на этой сцене, о недопустимости продолжения этих действий. Соответственно, все, кто выйдут, я прошу задержаться по окончанию этого мероприятия, так как законопроект уже вступил в силу, задержаться на выходе вас будут ждать наши люди. Спасибо.